В отличие от других птиц, кукушки не вьют гнезд. Яйца они подкладывают в гнезда других пернатых и больше уже не проявляют заботы о потомстве. Кукушки подбрасывают яйца тем видам птиц, в чьих гнездах вывели сами. По окраске и форме яйца кукушки очень напоминают яйца птиц хозяев гнезда. Они только чуть крупнее. Кукушонок вылупляется одним из первых. Под действием инстинкта он выбрасывает все, что находится в гнезде. Этому способствует желобок на спине и сильные ноги. На пятый день инстинкт выбрасывания угасает. Подбрасывание яиц в гнезда других птиц, уничтожение птенцов хозяев гнезда получили название «гнездовой паразитизм». В мире пернатых он присущ только кукушкам. Повинуясь инстинкту заботы о потомстве, птицы кормят подкидыша. Через 3 недели после вылупления кукушонок покидает тесное гнездо. Но приемные родители продолжают кормить его еще месяц-полтора. От зари до зари маленькие птички приносят еду громадному подкидышу. Кукушонок получает ее до 300 раз в день. Несмотря на гнездовой паразитизм, кукушки – полезные птицы. Из всех пернатых только они уничтожают волосатых гусениц-шелкопряда, страшных врагов леса.